Так, после 5 дней сухого голодания в любой последующий день человек может запросто умереть. Соответственно, данное голодание есть мазохизм, сознательная попытка самоубийства. Опять-таки посвящается тем, кто это. Но это посвящается тем, кто хочет этим делом заниматься. Я же не говорю, что этим надо заниматься. Вот у человека возникает какая-то потребность. Пожалуйста, на эту потребность он ищет соответствующую информацию, как ее осуществить. Ну, я описал, не более. Так, посвящается тем, Ревел пишет, Урина, вы дебил, спасибо на добром слове. Так, дальше, голод 40 дней, то есть голодание особо зацепило всех. Я сейчас осмотрел ваши передачи на первой, есть у меня ваши книги, счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. То есть Тим Мэй перечеркнула тот негатив, который был послан этими людьми. Очень важно понимать то, что я хочу сказать. Я не хочу вас заставлять чем-то там заниматься таким. Вот, и я просто-напросто... Чё ты уже, камера сдохла нафиг, да? Рассказываю, если вы этим будете заниматься, то вот то-то. Чё ж ты выключилась, зараза такая? Ладно. Бывают там казусы с камерами. Так. Тим Мэй, спасибо вам, вегетарианство там рассказывает. Посвящается опять-таки, посвящается по голоданию больше всего, Геннадий Петрович. Огромная благодарность за ваши книги. После того, как 20 лет назад около плюс 25 дней была на одних жидкостях, своими глазами видела, что и в каком количестве выходит из стройного тела 46 размера без живота у прилавка книжного. Притянула внимание ваша книга «Первое очищение организма и правильное питание», комплект, 97 год. Книга открылась на странице с информацией, сколько твердых отходов может быть в теле человека. Купила все ваши книги сразу. Позже было голодание полное, только вода, 32 суток, очищение печени, селезенки на 27. И все последующие дни выходят отходы, а в форме крупного семечка подсолнечника, очищение от скорлупы. Еще позже 39 суток включительно очищение тела. О, да тут много написано. Жос без заморочек, добрый человек, вы пробовали делать скипидарные ванны? Пробовал, но маловато, надо бы их побольше. Так, понимаю вы, человек, спасибо. Так что пить талую прямо со льдом, а горло. Я об эту тему, на эту тему уже говорил. Как ее пить? Вода. Лед должен плавать в воде. А пьете вы воду, а не лед. Так, Лада, что-то примерно, что показывается свое дерьмо. Ага, посвящается тем. Увидала дерьмо, и это на нее подействовало. Ну, что поделаешь. Так, пояснение к голоданию. Спасибо, Геннадий. Как можно провести голодание под вашим руководством? Никак. Я этим делом не занимаюсь. И в написанной книге на сайте Малахов Про вы можете почитать все эти книги, как голодать. Нет, это там не только моя рекомендация, рекомендации других людей.